В зале заседаний районной администрации провели очередное рабочее совещание. Обсудили меры по подготовке к безаварийному пропуску паводков. На территории Северского района в феврале и марте нынешнего года уровень воды в реках поднимался до опасных явлений. Негативных последствий удалось избежать благодаря проведенной работе. Но максимально обезопасить жителей от подтоплений населенных пунктов поможет только ряд мероприятий. Вам, городских и сельских поселений, необходимо регулярно проводить осмотры русел рек и мостовых пространств на предмет наличия заторов и при обнаружении принять меры к их ликвидации. Регулярно проводить расчистку ливневой канализации, ериков на территории поселения для беспрепятственного прохождения ливневых вод по территории населенных пунктов. Обсудили и развитие в муниципалитете животноводства. Главный специалист управления сельского хозяйства Анатолий Гинтов доложил об итогах 2022 года в данной отрасли и отметил рост показателей. В хозяйствах муниципалитета содержится 7800 голов крупного рогатого скота, в том числе 3200 коров. Производство молока составило 17,2 тысячи тонн. Реализация скота и птицы в живом весе 620 тысяч тонн. Андрей Дорошевский поручил главам поселений ответственно относиться к нуждам представителей отрасли, в том числе по вопросам обеспечения пастбищами, а управлению сельского хозяйства оказывать животноводам всевозможную поддержку.